Даже совсем небольшой коллектив может повлиять на производственный цикл всего предприятия. Взять лабораторию геометрических измерений цеха номер 2. На ВСМПО почти 30 тысяч средств измерений, которые необходимо поверять. И если лаборатория не будет справляться с этим объемом, то и цехам придется тяжко. И вот парадокс. С объемами метрологи справляются, а цехи месяцами не могут получить свои средства измерения обратно с поверки калибровки. В чем же дело? Как ускорить процесс? Дирекция по повышению операционной эффективности предложила в этом разобраться. Раз есть такая проблема, у нас есть простой метод решения проблем, такой инструмент, как 5 почему. Когда мы последовательно задаем вопросы, почему это происходит. С цехом была проведена эта работа, и получилось, что у нас самое главное, почему это происходит, коренная причина, это длительное время нахождения средств измерений в процессе регистрации поверки калибровки. И второе, это ремонты приборов, которые потом повторно должны опять вернуться на поверку калибровку. После выяснения причин родился проект решения проблемы. Раньше логистические потоки на этом небольшом участке были запутаны. Представители цехов-заказчиков складывали свой инструмент куда придется, где было свободное место. Бригадир отдавал в поверку то, что ближе лежало. Зачастую получалось так. Кто принес инструмент раньше, ждал своей очереди дольше. Теперь же визит заказчиков в лабораторию заканчивается у стола приемки. Приемщик регистрирует, заносит сведения в базу Global и формирует для бригадира работу, определяет очередность поверки. Бригадир строго следует этой очередности. И результат от таких нехитрых приемов не заставил себя ждать. Увеличилось качество работы, уменьшилась пролеживаемость инструмента. То есть мы работаем по принципу FIFO. Первый пришел, первый ушел. То есть если нам цеха приносят средства измерений в определенный день, и мы его через 3 дня выпускаем в цех. К слову сказать, этот проект не только на участке порядок навел, но и цехи дисциплинирует. Теперь нарушить график поверки не получится. Также не сработает требование «нам надо срочно». Надо срочно, приносите вовремя. Но если честно, сотрудники лаборатории поначалу восприняли нововведение в штыки. Было действительно такое немножко непонимание, что зачем нам это надо, для чего это делается. Но вот благодаря все-таки усилиям 58-го отдела, они смогли нас убедить, что новое – это все-таки наше будущее. Начальник лаборатории геометрических измерений Михаил Лунев констатировал, время ожидания с июля уже сократилось на 10%. Отметим и то, что не только сотрудникам лаборатории и дирекции по повышению операционной эффективности интересны перемены. Вообще руководителем проекта вот этого является Сергей Васильевич Денисов, начальник второго цеха. Также не отделяет нас вниманием и директор по качеству Александр Юрьевич Кожуров. Каждый раз, когда они приходят, они бывают достаточно часто в нашей лаборатории, они постоянно интересуются, как продвигается проект, какие есть улучшения, какие надо проблемы еще решить, что можно сделать, чтобы проект, ну, действительно выглядел хорошо. А улучшения налицо. Сотрудники лаборатории четко соблюдают новый алгоритм действий и готовы вернуть в цех с поверки калибровки средства измерения уже через 3 дня.